Телеграм-канал администрации Самары «Вести с Дворянской» сообщает, что в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Самарской области с 2019 по 2023 годы благоустроены 790 общественных и 1586 дворовых территорий. Среди них и сквер Речников, морская атмосфера в Куйбышевском районе. Его стилистика отсылает к истории сквера. Раньше оттуда Речников провожали в плаванье. В центре сквера бьет фонтан «Роза ветров» с подсветкой. Здесь же тематические детские зоны, маяк, волны, кит, подводная лодка. В этом году уже в четвертый раз состоится всероссийское голосование за новые объекты благоустройства. С 15 по 17 марта жители Самарской области смогут принять участие в голосовании за объекты благоустройства по федеральному проекту формирования комфортной городской среды. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки сообщает, что с 12 марта начнется прием документов для постановки на учет участников СВО и членов их семей для получения земельных участков. Прием граждан ведет Департамент опеки, попечительства и соцподдержки по понедельникам и средам с 9 утра до 17.00 по адресу Куйбышева, 48. Также заявление можно подать через МФЦ. Подробную информацию можно уточнить на сайте. Администрация Кировского района поздравляет самарцев с началом масленичной недели. Издавна на Руси было принято отмечать смену времен года. Зима считалась непростым периодом для людей, а потому один из самых популярных праздников у россиян – масленица, проводы зимы и встречи весны. Само название гуляний произошло от того, что в праздновании люди старались задобрить, помаслить весну. С масленицей связано много примет. Считается, что холодная погода перед началом недели к хорошему урожаю. Чем больше на печь блинов, тем больше удачи, денег и здоровья будет в этом году. We'll be right back.